Это нормально, то, что здесь на новой карте маньяка вот это спавнится. Сейчас. Сейчас все устроим. Майнкрафт меня бесит, все. Новая серия маньяка Дожители. Всем привет, дорогие друзья. Сегодня новая серия маньяка. Да, спустя 2 недели где-то, даже больше. Вон там еще спавн, где мы будем спавниться. Я сейчас сразу с этой карты. Сегодня мы поиграем. Урок будет маленький, конечно, но... сегодня мы просто поиграем. Покажу вам новую карту. И вроде бы должен новый маньяк. Ладно, погнали. Не будем задерживать ролик. Мне бы еще лучше, ребята, вместо выбрали. Так, тут предмета нету. Привет. О, дырка. Это я спался на кладбище, да? Так, ладно. Здесь, о, дубиночка. Мечок. Ладно. Ладно. Вот новая карта. Это вот такая вот кладбище. Вот такая кладбище. Здесь капец сколько всего. Житель тут разгуливает. Этого елочка такая наряженная. Вот так вот все выглядит там внутри, там ничего нету. Знаете, интересно, под головой пыглина. Под головой пыглина то есть что-то. Так, ладно, давайте зайдем вот сюда. Во-во-во, я что-то видел. О! Так, здесь у нас есть, ребята, Кир. Кирочка. Вот это хорош. Я везучий человек. Ну, мне реально повезло. Я крутой. Ребята, в маньяка задания писать не надо. Тут нет этого смысла. Я тут... Я могу это... Я на это имею право. Я могу отрубить дождь. Я его ненавижу. Так, здесь. О-о-о! Вот это хорошо. Здорово. Это новые полицейские, ребята. Так. О, нифига. Подожди. О, нифига. Это прикольненько, смотрите, здесь можно перебираться от маньяка. От маньяка перебираться, короче. Убегать, в смысле. О, здорово, скелетон. О, еще одна дубинка, нифига. Еще одна дубинка смогу от маньяка. Так, я не знаю, где еще предметы, конечно. Так, здесь у нас здорово. Ну, это что он? Это лесорубка? Да, это лесорубка. Смотри, здесь, ну, топор, логично. Ладно. Так, что у нас здесь? Прувает. Это мне предмета даже не... Ну, прувает пока. Даже предмета никакого не подарила здесь. Аптечка. Аптечка. Отлично, отлично. Блин, я точно все места уже осмотрел, да? А, нет, все, я все осмотрел. Ну, а теперь что? Какой новый маньяк? Вопрос. Фиг знаю. Фиг знаю. Я, короче, отбежал, ребят, сюда. Не знаю, что здесь, я не знаю, но лесорубочка здесь прикольненько. Ладно, ни хрена ничего нету. Ни хрена. Че? Че звук? Вы это слышали? Я не глухой. Звук какой-то знакомый. Арни, фу. Жорик! Жорик, ребят! Жорик! Жорянчик! Жорик! Ребята, это... Ребята... Это, ребят... Ребята, Жорик вернулся. Он с самой первой серии маньяка. О, это старый маньяк! Что? Как такое возможно? Почему, где он там, наверное, всех того? Не-не-не, я вот сюда спрячусь. Оп. Так... Так, что у нас, кстати говоря, здесь... О, топорик. Подожди, блин. Давайте на елку. На елке как-то, наверное... Да, вот на один блок... А, нет, на одинаково. Вон он! Он бежал. Давайте посмотрим. Аккуратно спустимся. Ни одной жизни я еще не истратил. Ой, это ви... Он кого-то там... Ты ненормальный. Ты чё? Жорик, ты чё? Привет. Эй, не надо, не надо, дядя, дядя, не надо, не надо, дядя, дядя, не надо, не надо, дядя, не надо, давай, 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 о, господи, где он, там, кого-то там пошел, кого-то, оп, все, сваливаем, все, он ее видел, где он, где он, короче, пока не поздно, лучше сваливать, ребята, вот нафиг, знаете, лучше сваливать. Где никого? Там вот кого-то он снова. Я что, один остался?
Я, походу, ребята, остался один. Ну, походу, нет варианта. Он там. Жорик, может, договоримся? Жорик, привет, мы с тобой даже не поздоровались. Ты же старый маньяк, ты где? Братуха, братан. Вон он. Привет. Привет! А, Жорик, давай поговорим, господи, успокойся. Жорик, не надо, дядя, не надо. Не надо, дядя, хотя что я маюсь? На, удар. Удар, удар, удар. Я его как-то задержал. Валим, 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 валим. Валим, 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 валим. Просто кругами, просто кругами. Его надо запутать. Его надо запутать. А, там кто-то есть. Красавчик, просто красавчик, житель. Господи, вот он. Братан. На, удар. Житель, слушай, пока не поздно, я... Блин, он здесь. Так, меня нету. Нет! Валим. Нет, нет, ай! Ай-яй-яй-яй, удар, удар. У меня минус одна жизнь. Минус одна жизнь. Ребята, ребята, валя! Да, блин, дождь опять. Каждые 5 минут льется. Нет, житель. Беги! Пожалуйста, беги! Все, кранты ему. А, какой... Ой, молодец. Сейчас я отрублю. Житель, красавчик. Житель, успокойся. Ой, Арни, господи, успокойся. Житель, ты красавчик, прячь. Что? Ну, смотрите, он ударил меня один раз и сейчас убил. Получается, у меня еще одна жизнь есть. Если он меня убил, то это не считается, как бы он меня один раз ударил, и все. У меня, ребята, есть еще одна жизнь, но я... У меня как бы есть... Оп! Все, у меня 2 жизни. Еще, как вы поняли, я остался, походу, один. Житель не смог спастись. Никого нет дома. Вон он, вон он. И он стоит прямо перед моим, так скажем, дверью. Валим. Просто валим. Спасся! Житель, дебил! Дебил! Все, я его сейчас там. Нет? Или повезет ему? Все? Все, ему конец? Я что-то не могу понять. Ой. Ну, походу, я один. Короче, ребят, только выбираться есть вариант. Я не знаю. Сегодня, наверное... Ой, о, господи, братан. На. Побежали. Хотя, что я маюсь? Сейчас я его обману. Оп. Быстро. Быстро, 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 быстро ломаю. Черт, тут еще 4. Он не бежит за мной? Черт, он за мной. Ну главное, я сломал. Надо, короче, его надо обижать как-то. Быстро валим, 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 валим. Он за мной? Он за мной. Он за мной. Он за мной. Так, да. Валим, валим. И давай. Опа. Давай. Да. Я спасся. Мне нереально повезло. Все, вон он. Фух. Сегодня у нас очень маленькая серия, потому что я вам показал карту, и старый маньяк вернулся. Это самая даже жесткая серия получилась. Бедные жители, ладно. Ребята, вот такая маленькая серия у нас получилась. Не забудьте подписаться. Ставьте лайк, это самая маленькая наша серия, наверное, пока что на моем канале про маньяка. Пока что всем удачи, всем пока. А я, наверное, пойду отмечать Новый год. Конечно, Новый год давно прошел. Но мне пофигу. Всем удачи, всем пока.